Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня у нас будет нереально крутое видео, потому что мне пришло очень интересное сообщение. Уважаемый Кента ПК, у вас есть уникальная возможность найти ту самую легендарную пятую комнату Бихолдера. Если вы ее найдете, вы найдете секретный приз. Удачи! Ребята, ё-моё! Самое интересное, я-то знаю, где находится там 3 или 4 комнаты, поэтому я думаю, пятую мы тоже найдем. Погнали! И в этом мне помогут, конечно же, мои подписчики. Поэтому, ребята, если вы тоже хотите все это увидеть, прожимайте лайк, а мы начинаем! Ну что же, ребятки, первая комната Бихолдера, мы все ее прекрасно сами знаем, где она находится, что это и как это, конечно же, башня. Это первая комната Бихолдера, давайте ее посмотрим. Наша задача найти 5 комнат Бихолдера на карте провинция X. Какая же это обалденная камера. Блин, похоже на тюрьму какую-то. Так, ребятки, и знаете что? Я был бы не Кент ПК, если бы я не попробовал залезть на эту комнату. А, все, на нее залезть нельзя? А, ну ладно, миф опровержен. Окей, первую комнату мы нашли. Осталось еще целых 4 комнаты Бихолдера. Как же это круто! Дальше, ребятки, насколько я знаю, комната номер 2 находится на Т-спавне. Это вот она. Тут все оборудование, тут компьютеры, тут вся бухгалтерия. Посмотрите на эту клавиатуру, блин, какая она странная. Это комната номер 2. Но нам надо еще найти целых 3 комнаты Бихолдера. И поверьте мне, это будет очень весело. Это про твоя лишняя хромосома Тик-Така. Прямо сейчас на экране изображена. Так, ну что же, третья комната Бихолдера. Так, братик, подвинься. Рудники, думаю, подвинься, ребята. Третья комната Бихолдера. Ну, я вам скажу только одно. Если честно, я бы не хотел бы находиться в этой комнате. Но да, мы нашли третью комнату Бихолдера. Да-да-да. Посмотрите, тут камера наблюдения, тут стул. Чел, ну подвинься, ну ё-моё. Капни твою белую колбасу. Тут идут провода. Ой, блин, ребята. Дальше идет какой-то системный блок. Ну, короче, вы поняли, что это за комната. Лучше сюда не попадать. Дальше четвертая комната. Четвертая комната находится. Ребятки, нужна ваша помощь. Это, ребята, четвертая комната Бихолдера. И она пустая. И, конечно же, вы мне скажете, Кент ПК, так а что это за видео? Сейчас видео будет на 2 минуты. Но, ребята, прикол, знаете, в чем? А прикол в том, что мы нашли 4 комнаты. То есть я потратил реально очень много времени и сил. Я нашел 4 комнаты Бихолдера. Но нам надо найти 5-ю комнату Бихолдера. Ну и для этого всего я, конечно же, позвал моих подписчиков, потому что прямо сейчас будет миссия просто невыполнима нам всем. Вместе с вами надо будет сделать огромнейший подсад и попробовать найти 5-ю комнату Бихолдера. У меня есть предположение, что, возможно, она находится где-то вот тут. Вы посмотрите просто. Ну, может быть, 5-я комната Бихолдера реально находится тут. Так, ребятки, мне нужна лесенка. Прямо сейчас я прыгаю на меду. Все становитесь под меня. И прямо сейчас мы пробуем найти эту самую 5-ю комнату Бихолдера. Мужики, а чей упал? Я должен быть сверху! Пацаны, под меня прыгайте. Вот я. Все, под меня прыгаем. Так, ребятки, а максимально активненько все прыгаем. О, умнички, почти получилось, почти. Ну. Давай! Да! Имба! Посмотрите, куда мы залезли. И это все ради той самой 5-й комнаты Бихолдера. Я уверен, что мы ее сможем найти. Мужики, мы реально это сделаем. Так, ну что же, давайте пока что я просто пойду, просто пойду сюда. Как думаете, я упаду или нет в пропасть? Надеюсь, тут будут текстуры. Я прыгаю. Ой-ой-ой, я тут! Чихайте, где я? Где я? Мать моя женщина! Так, ребята, сейчас максимально активно. Мы, возможно, прямо сейчас найдем комнату Бихолдера. А будет это тут? Обалдеть! Так, вот, я вижу двери. Так, где же комната Бихолдера? Братик, Бихолдер, ты где, мой родненький? Брат, запрыгни ко мне, прыгни ко мне. Мне нужно подсадить. Ко мне, прыгай. Брат, прыгай ко мне. Давай. А, там чел провалился. А, нет, он не... Стоп, а где он? Стоп, а что тут-то? А ну-ка, идемте к моему тиммейту. Обалдеть! Куда мы попали? Вау! Как же это круто! Так, ребята, никуда не спешим и... Я упал. Ладно, окей, ребятки, еще одна попыточка найти 5-ю комнату Бихолдера.
только что мне подкинули одну нереально крутую идею. Ребятки, вы все видите этого монстра, да? Но у меня есть одно предположение. А вдруг пятый секрет на ком-то бихолдер находится где-то рядом с ним? Поэтому, мужики, все идем на спавн и помогаем мне найти ту самую пасхалочку. Вот я, прыгаем. Все ставимся в уголочек. А нам был козырек мешает. Такс. Агасики. Давайте. Братва, идеально, это молния. Ничего себе. Давайте, давайте, давайте. Идеально! А, не, тут точно тоже нету комнаты бихолдера. Переподключаемся. Так, ребята, давайте-ка попробуем запрыгнуть сюда, потому что я смотрю, там есть какие-то здания подопочены. Видите, вот я прыгаю. Смотрите, ваша задача просто стать подо мной. Давайте, да, подо мной, подо мной, подо... Умнички! Подо мной почины! Да-да-да-да-да! Сейчас выйдет, прыгаем активнее, максимально в угол. Еще один прыжочек, родной! Еще разочек, давай-давай, да! Сейчас выйдет! Имба! Посмотрите, куда мы залезли! Так, ну где-то тут мы по-любому можем найти ту самую комнату бихолдера. Посмотрите на этого монстрика. Так, братик, слышишь? Родной, с кнайчиком, брат. Не-не-не-не-не-не, не в ту сторону. Он, можешь вот туда спуститься, брат? Проверь, что там и как там. Потому что, брат, я у мамы один, а таких, как ты... О, опа. Вот и помер дед Максим, только остался с ним. Ну, короче, как мы поняли, там точно секретной комнаты бихолдера нету. А что будет, если мы попробуем дойти прям туда, на плент А? Походу, я нашел еще одну жесткую пасхалку от бихолдера. Просто послушайте это. Это пока! А ты в курсе, что если ты хочешь выпить топовый дроп? Ах да, конечно же, топовый дроп, однозначно был дроп. Тем более там обновили коллекцию кассиков, там добавили новые контракты и самое-самое главное. Я хотел бы тебе подарить небольшой подарочек, да-да-да. Прямо сейчас смотри на моей башкой секретное слово, вводи его и забирай свой приз. Ну а мы идем дальше. Ну что же, леди и джентльмены, и прямо сейчас я вам покажу еще одно очень интересное место. Надеюсь, именно в этом месте мы сможем что-то прикольное найти. Я даже в этом уверен, то, что мы сможем найти. Эй, пацаны, вы куда там делаете подсадики без меня? Так, господа, я залезаю и сейчас... Там уже три КТшника, ничего у вас там! Обалдеть! А вдруг там самая секретная пятая комната находится прямо тут? Ребят, все прыгаем, все прыгаем, все прыгаем, все прыгаем. Давайте, активненько. Ну-ну-ну, умнички! Обалдеть! Сколько нас тут! Вы посмотрите, куда мы залезли. Так, давайте все вначале попробуем пойти вот прямо сюда. Вот смотрите, почините дверь. Кто пойдет в дверь? Брат, давай иди ты первый. Тебя не жалко, мама один. Идите в дверь, идите в дверь. Проверьте, что там и как-то. Мужики, не бойтесь! А, дверь закрыта. Окей, значит, тут точно нету комнаты бихолдера. Там чел в стенку зашел! Обалдеть! А вдруг это та самая секретная пятая комната бихолдера? Ничего себе! Не, ну хотя, ну блин, как-то она странно выглядит. Нет никаких ни стульев, ничего такого. Слушайте, ну прям очень круто! Мне нравится. Я вам отвечаю, ну прям прикольно, зачетно выглядит. Так, мужики, идемте теперь обратно. Все за мной, все за мной. Теперь нам надо зайти в эту дверь. Вот еще одна дверь, пацаны. Давайте, братва! Пробуйте, скажите, что там. Ну чё, братик, давай, родной, проверяй. Я у мамы один, таких как ты много, брат. А ну пробуй, пробуй идти. Пробуй прыгать, родной, попробуй попрыгать туда. А вдруг где-то там будет комната бихолдера, а ну-ка. А, и прыгать не получается, чекайте. Окей, комнаты бихолдера тут нету. Мужики, надо зайти в эту дверь. А вдруг пятая комната бихолдера прям тут. Давайте, братва, все идем за этим типом. Давай, 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 родненький. На моих глазах его не стало. Мама дорогая. Жалко-то парня. Братва, нас осталось двое. Так, ну чё, братик, ты, да, ты из Керача Миниорс. Брат, идите туда. Вот туда иди, скажешь, что там и как. Давай, мужик, я за тобой. О, куда он пропал? Брат, ты упал или что тут? А что там происходит? Упал, понял. Так, братик, теперь мы остались с тобой вдвоем. Слышишь? А попробуй чисто на мужика прыгнуть туда. У тебя выйдет припрыгнуть или нет? Попробуй, брат, давай! Давай, родной! Понял. Понял, принял. Значит, туда мы точно не пойдем. А вдруг это комната бихолдера? Смотри, какие-то ступеньки. Обалдеть! Чекайте, я нашел какие-то ступеньки! А под ним подняться можно или нет? Не, ступеньки прозрачные. Ну это вообще прикольно, да? А ну-ка. Обалдеть, а что нам сверху интересно? Так, окей, пацаны, ну... О, мужик, здорово, ты что тут делаешь? Я пришел к бихолдеру в гости. Брат, давай, я иду за тобой. Давай, брат, показывай пасхалки. Давай, братик. Давай, родненький, давай. Обалдеть. Я не понял, как мы тут ходим? Мужик, слышишь? Иди сюда, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Попробуй сюда вот пойти вперед. Вперед, вперед иди, вперед. Я иду за тобой.
О, хорош! А теперь, брат, иди еще туда вперед! Нам надо найти пятую секретную комнату Бихолдера! Ничего себе! Тут можно ходить! Брат, иди по прямой, слышишь? По прямой! Пресс F! Ты был хорошим другом и братом! Мартова, что-то пятую комнату Бихолдера я не наблюдаю. Походу, ну тут мы, смотри, тут мы обошли абсолютно все места. Есть только единственный вариант пойти сейчас в эту комнату. Но я боюсь, что я упаду. Ладно, мужики, ради подписчиков и двор. Брат, давай сюда одновременно прыгнем. На счет три. Вот сюда, видишь? Раз! Чел полетел. Раз, два, три, прыгаем, родной! Походу, это была плохая идея, да? Это была очень плохая идея. Мне только что подсказали одну гениальную идею. А что если Бихолдер находится в секретной комнате? Обратите внимание, тут ничего не видно. Просто черный экран. Но сейчас в моменте мы видим Бихолдера! Просто смотрите! Сейчас он появится. Лё, Бихолдер, братик, появляйся. Сейчас ждем, ждем, ждем. А вдруг нам надо прыгать сюда, и Бихолдер нам как будто говорит, что пятая комната находится прямо вот тут. Как гласит легенда, он появляется ровно раз в 3 минуты. Поэтому для вас это будет 1 секунда, но для меня это будет 1 000 000 часов. А вот он, видели? Обалдеть, вот мы там его споймали, там был Бихолдер. А вдруг нам надо прыгать прям туда? Мужики, я должен быть вверху лесенки. А ну все отошли. И все, я тут. Пацаны, все, кто сверху надо мной, спрыгните по-братски. Так, давайте. Имба. Чё, туда? Я к Бихолдеру попал! Обалдеть! Братанчик, здорово! Давайте, идите, я с вами. Тут вообще ничего не видно. Тут темно, как... Ну, вы поняли, как у кого и в каком месте. Ничего себе, сказал я себе. Вот это, конечно, прикол. А вот это еще больше прикол. Слушайте, ребята, мне только что подписчики подкинули одну прикольную, крутую идею. А что если пятая комната Бихолдера находится в другом режиме? Не спрашивайте, как. Но мы прямо сейчас попробуем в нем ее найти. Погнали! А что если мы все это время искали пятую комнату неправильно? Потому что в режиме дуэли монстров... Ага, чуть не вылетел. Потому что в режиме дуэли монстров тут есть значок Бихолдера. И вдруг та самая легендарная пятая комната находится именно тут. Знаете, что самое интересное? Посмотрите, видите, тут есть щелы, которые за нами наблюдают. Тут есть значок Бихолдера. Походу, мы сейчас это сделаем. Не спрашивай, как нас 6 человек в одном лопе, брат. Делаем мне легендарный подсадик. Все становимся под меня и начинаем просто прыгать. Давайте, ребятки, давайте активненько. Блин, если все выйдет, как же буду рад, вы даже не представляете. У нас все выйдет, я это чувствую. Активненько прыгаем, активненько, братва, все прыгаем. Не стесняемся, давай, мужик. Ну, почти. Да, посмотрите, где я. Тут по-любому будто самая легендарная пятая комната. Я готов это искать. Я не знаю, мне выйдет или нет. Я иду, я просто иду к тем челам. Там челы, видите, вот. Обалдеть, а ну-ка. А почему? Так, ребята, нам это надо повторить. Потому что Кента пока случайненько упал. Повторяем. Ну, что, ребятки, мы поняли, что вправо идти точно нельзя. А что будет, если мы пойдем в левую сторону? Так, леди и джентльмен, знаю, у меня подсадичек. Мои вы маленькие пупсички. Давайте. Обалдеть вы, красавчики. Так, ребят, я иду прямо в эту секунду сюда. Что я вижу? А я тут вижу то же самое, что и в прошлой комнате. Как же это круто. Так, давайте я попробую пойти по самой-самой грани. И я попробую дойти до значка Бихолдера. А просто прикиньте, если секретная комната будет находиться именно там, на значке Бихолдера. Так, мы идем. Аккуратненько, не спеша. Главное не упасть. Блин, как же это круто. Кто бы мог подумать, что в режиме дуэль монстров я зайду и буду ползать по карте. Так, я аккуратно, не спешим, ребята, главное не упасть. Такс. И что я тут вижу? А я тут вижу просто пустоту. Давайте пройдем по грани, потому что я уверен, что если я упаду туда, я просто упаду и все. То есть мониторчик вот этот там, где значок Бихолдера, он прозрачный. Идемте дальше. Как же это круто. А что тут? Я тут что-то вижу. А вдруг это самый секрет года Бихолдера? Я буду падать. Я падаю. Я туда! А вы меня видите или нет? Почему вы меня видите? А как вы знали, что я тут? Нет, они пишут, не видят. Обалдеть. Вот это прикол.
вот это крутяк! Ладно, ребятки, ну, как я понимаю, я сейчас упаду. Вперед! Замышлят! Эх. Ну, обалдеть, у меня все пропало с рук! Что происходит? Обалдеть, это как-то слишком жестко, не? Это прям слишком жестко! И как бы это символично не было, я хотел бы закончить это видео как раз на очке Бихолдера. Как вы думаете, нашли ли мы ту самую пятую комнату Бихолдера? Напишите в комментариях. А может быть, вы знаете, где она находится, тоже пишите в комментариях. С вас лайк, подписка, всем удачи, всем пока.